Хватит, 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 хватит. Завяжите ниточкой. Сейчас я ножнички дам. Давайте, давайте, дуйте, дуйте быстрее. Завязали? Все хорошо? Готовы два шарика? Ну что, команды, доложите о своей готовности. Готовы. Обе команды готовы. Да. Это хорошо. Не важно. Итак, ребята. Два. Первый тур вашего конкурса заключается в том. Слушаем внимательно. Каждый человек по очереди добегает до своего стула, надевает на себя предмет карнавала, который там лежит, и возвращается на место. Как только он возвращается, второй человек бежит к стулу, надевает следующий предмет. Масочку можно придерживать, потому что завязывать мы ее будем долго. Итак, устроили стартовая линия. Давайте где-то ее. Вот там где. О, сюда и подойдите. К этому. Как он, тигр? Стулья напротив. Построились по 5 человек в рядочек. Эстафета. Шарики пока мне сдали. Молодцы, надули, умнички. Скоро следующие принесу дочку. 3, 4, поехали! Музыка! Второй тур этой игры. У вас мы поиграем немножко в хоккей. По очереди каждому игроку выдается такое вот шикарное приспособление. У вас есть ворота. Раз ворота. Два ворота я поближе поставлю. Постарайтесь не уронить ваши ворота. Вот ваши шайбы. По очереди каждый человек загоняет шайбу в ворота. Как только он ее загнал, берет в руки и передает другому участнику. И шарик, и все. И шарик, и клюшку, и шайбу. Надо в чужие ворота. У нас только немножко неправильно. Какие мы будем свои ворота забивать? Подожди, еще украсится. Это для устрашения противника. Знаете, маски раньше рисовали на лице. Давай. Так, надо выставить пока по-ровному. Чтобы не было никому. Потом я Как только попали в ворота, взяли в руки шарик и принесли следующему игроку. Так, прокат, к стартовой линии, пожалуйста, куда вы? Вы еще там под стул сразу встаньте. Под ворота, в смысле, простите. 3, 4, поехали! Мирдан! Ну... Где-то у нас был еще один надутый шайба. Вон висит. Я первый забил только. Свой шарик, свою шайбу.
поднеся, нельзя. Где же ножнички, ножнички, где наши? Серега, ну не надо лопать, еще и эту шайбу, пожалуйста. Все, Серега. Фальшстарт был. Три, четыре, поехали. Ворота, ворота, вниз. Аккуратно, аккуратно, как их даем следующему игроку. Вот, Димон и Пумба везут уже. Давай, давай, давай. Аккуратно, вот это попыталось сбить. Молодцы, какие! Болейте каждый за свою команду, кто кого поддерживает. И во втором конкурсе. Это было зря, потому что вам сейчас нужны шарики. Вы зачем это сделали? Можно спросить? Русский конкурент. Я не хотела. Эх, вы... А, нет, вам не нужны шарики, я вас обманула. Отлично. Третий заключающий раунд. Не нужны шарики, Мирдан, уже не нужны, я перепуталась. Теперь представили, все читали или смотрели Гарри Поттера? Я нет. А кто же? Это волшебник такой машет. Палочкой. И летает, как вы думаете, на чем он летает? На метле. Вот представьте, что вы на метле. Подлетаем на метле. Облетаем стул. Летим. И передаем следующему игроку в квиддич вашу метлу. Бедная команда, у них деньги только на одну метлу. Три, четыре, поехали! Музыка, диджей, музыка. Таки победила команду Тимона Пумбу, но с небольшим отрывом все время. Поаплодируем команде Акуна Матата! Ура! Да, мы еще раз быстренько раздадим призы. Идите ко мне.